Это что? Это хуже Гитлера, Клинтон. С улыбочкой с такой, мерзкой. И это все, говорит, нормально все. Это демократия, говорит. Уничтожить государство. План Барбаросса. Вот он, план Барбаросса. И один я ему говорю, Клинтону. Он в трусах будет в другом месте бегать. На Чукотке он будет бегать, в этих трусиках. С ним пробежки делать. Мы ему устроим райскую жизнь в начале следующего века. Для него последнее президентство. Осенью будет другое, мы его вытащим оттуда. Как на Регу я поставлю свой спецназ туда. Этого негодяя посадим на Чукотку. Там будет бегать. Тоже не расчленить Россию. Расчленим. Некоторые генералы, они говорят, что если они будут участвовать в правительстве вместе со мной, то им придется мыть ноги в Индийском океане. Пусть они подумают, и генералу, чтобы ему не пришлось ноги мыть в бане по 16 июня, как пенсионеру. Больше он никому будет не нужен, такой генерал. Если он боится в Индийский океан, так сказать, ну вот он в бане будет, как пенсионер, больше ничего у него не будет.